Всем здоровья, друзья! Сегодня опять приехал на тот же пляж, на котором был вчера вечером. Тоже искупаться, половить теперь уже специально рыбку. Первый раз забросил. И вот, смотрите, опять попался баллон. Видите, что творит? Полностью заглотил крючок и погрыз леску уже прилично. Что с ними делать, не знаю. Надо как-то снимать теперь его. Смотрите, вот еще одна рыбешка, это талосома, очень красивая, переливается всеми цветами. Это очень маленькая, я ее отпущу. Многие турки, когда ловят талосому, они думают, что она ядовитая, просто выбрасывают ее и все, не съедают. Вот. Но это очень вкусная рыба, сейчас я ее отпущу. Такая вот малышка, маленькая, очень юркая рыбка. Надо ее отпустить. Оп-оп. Не бойся, сейчас я тебя отпущу. Так. Вот такая красавица. Так. Сразу за талосомой еще один такой вот сакарчик попался. Продолжаем. Вот еще один сакарчик маленький. Ну, уже полтора часа стою. Клево нет, конечно, но а то вот талосомку поймал. Это, конечно, интересно. Покидаю еще немножко, посмотрим. Уже близится к концу. Море немножко успокоилось, но клево нет, к сожалению. Я пару раз плавал, в маске посмотрел. Рыба ходит, но наживкой не интересуется, тестом. Я не думаю, что на креветку бы клевало лучше, но и креветки с собой нет. Поэтому на сегодня закончу, друзья. Хорошо, что удалось сегодня показать вам талосому. Очень интересная рыба, очень вкусная. Вот в этом году первый раз я ее поймал. Спасибо, что посмотрели видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся.